Всем привет! В общем, утреннее такое у меня видео. Мы почти подъезжаем к Уфе. В общем, поехали мы встречать девушку, блогера, которая приезжает. Галина Малина, канал. Вот, мукбангер. Вот, едем ее встречать в Уфу. Они в 6 утра приезжают. В общем, пью кофе. Вся такая, знаете, на эмоциях, конечно, немножко переживаю, потому что не увиделись мы с ней и долго как бы хотели встретиться. Ой, в общем, даже не скажу, что прям спать хочется сильно, хотя время уже почти 5 часов утра. Мы в 3 часа выехали. В общем, какие дела? Смотрите, не пропустите встречу. Ну все, в общем, приехали мы на автовокзал, прошлись, ждем Галю. Прошлись на улице, так холодно, время 5 утра, 16 минут, в общем, 5 градусов у нас в Уфе здесь, в Башкирии. Короче, дубак такой вообще. Что-то солнечная Башкирия нифига не солнечно встречает. Нет, это все Галя, наверное, везет этот холод к нам с севера. В общем, ждем, должны приехать скоро. Здорово. Привет, снимаешь? Ну, ей надо. Только не угловую, я в интернете так устроила. Это нормально, врач. Так, выход, вон, ну все.